Притомилась малышка наша. Ну что, добрый день. С вами Павел Второй, ваш постоянный будущий блогер. Мы сегодня так неохотно поменяли наш прекрасный спайдер с автодомом на вот такую простую лодочку за 13 тысяч рублей на двоих. Сделал я крышу на таких смешных канцелярских принадлежностях, но тем не менее она выдерживает легкий дождь. Короче, Москва, не Сочи, поставили палаточку вместо автодома. Все красиво, пластинка у нас с подушечками. Вот. Покушали, приняли 5 карт, особенно Рита приняла. Костерок. И прекрасное настроение, которое мы взяли с собой. Проплыли несколько километров, может быть, километра 8. На повороте ветка чуть не снесло нам крышу. Флаг, череп с костями, который стоял на крыше, снесло. Больше у нас его нет. Ну, купим новый. Уже такие босики свободного полета души. Но такая река мирная, красивая, перекаты, конечно, с волнами. Все прекрасно. Вот собирался ливень пойти, но так и не пошел. Пока что, слава Богу. До самого Майкопа, а вышли мы из станицы Абадзековской Майкопского района. Таксист был в шоке, когда мы загрузились к нему. Он думал, мы там, ну, 2 сумки, 3.